Здравствуйте, добрый день, коллеги. Попробуем рассказать, как именно эластосонография позволяет выявить именно какие-то признаки злокачественности в очаговых изменениях щитовидной железы. Ультразвуковая диагностика до сих пор является ведущим методом выявления непальпированных образований очаговых в щитовидной железе. И с внедрением, широким внедрением ультразвуковой диагностики на амбулаторном этапе уже за последние десятилетия мы выявляем больше 40% изменения щитовидной железы в поликлиническом наблюдении. К сожалению, возраст пациентов молодеет, и, как мы видим, после гемобластозов и злокачественной опухоли нервной системы щитовидная железа выходит на третье место. Задача ультразвукового исследования – это выявление очагового образования уже в Б-режиме. Мы стратифицируем образование по категории ТАИ-РАЦ в режиме Б, режиме доплеровских характеристик, и подключаем сонэластографию. При ратификации по категории уже 4-5 и иногда ТАИ-РАЦ-3 по направлению клинициста также может под контролем ультразвукового исследования выполнить тонкоигольную биопсию. И если есть участки жесткости, то, конечно, мы направляем именно тонкоигольную биопсию в эти участки. Также может быть ультразвуковое интраоперационное выполненное исследование и осуществление навигации при термообляции при доброкачественных, иногда и злокачественных образованиях. Алгоритм, как уже я говорил, мультипараметрического ультразвукового исследования. Почему он называется мультипараметрическим? Потому что мы получаем сонэластографию, то есть несколько параметров. Это вот Б-режим, режим доплеровских характеристик и эластография, которая в России широко начала применяться с 2008-2010 годов и внедряется уже практически в практику повсеместно. В Б-режиме на простификации 4-5 именно категории всем известные большие признаки – это значительное снижение эхогенности узла, вертикальная пространственная ориентация, наличие микрокальцинатов и неровные мелкодольчатые лучистые контуры, нечеткие. И 90-95% это оказывается высокодифференцированных, чаще всего папиллярный рак. Но вот классификация ТАИ-РАЦ, которая сейчас внедряется на территории России, мы еще выделяем малые признаки – это умеренное снижение эхогенности, неравномерность эхогенности узла, его округлая форма, неравномерность толщины, хало, наличие уже макрокальцинатов, акустическая тень за узлом. Как раз подключается высокая жесткость при эластографии и компрессионной или сдвиговой волны с качественными параметрами и патологический сосудистый рисунок. И в 80-90% случаев в этих узлах можно выявить именно признаки злокачественности, чаще всего папиллярного рака. То, что касается неоваскуляризации патологического сосудистого кровотока, к сожалению, только в 50% случаев наших наблюдений эти узлы оказывались злокачественными. И, то есть получается 50 на 50. Что характеризует патологический сосудистый кровоток? Это хаотично расположенные измененные сосуды, извитые, ветвистые, обрубленные, неравномерно расширенные. И показания к применению мы сразу оговариваем, что сонэластография – это дополнительный метод исследования. То есть сначала выполняете, конечно, базовые методики и наличие образования, которое требует уточнения в заключении, это показание, и, конечно, можно оценить состояние региональных лимфатических узлов. В наших рекомендациях, которых мы придерживаемся, европейских рекомендаций, которые были опубликованы в 2018 году, как мы видим, рекомендация номер 7 – рекомендуют выполнение именно эластографии, чтобы использовать именно для отбора на тонкоигольную биопсию и при стратификации на 4-5 именно категории.
Основные виды эластографии, которые применяются для очаговых изменений, при очаговых изменениях щитовидной железы, это компрессионная эластография, которая именно компрессию осуществляет, как правило, сам оператор, либо компрессия осуществляется за счет пульсации сонных артерий. И эластография сдвиговой волны, которая имеет параметры уже волновая, которая поперечной волны осуществляется. Компрессионная эластография выполняется качественный анализ, то есть качественная визуализация. Измеряются они по баллам или шкалы эластичности. В 2006 году это были введены эти параметры, критерии Рега или Астери. И мы видим при узловое образование сниженной эхогенности, эластичное при компрессионной эластографии, цитологически был выявлен коллоидный узел, это был второй эластотип. И на этот мы видим тоже сниженной эхогенности узел, но при компрессионной эластографии мы видим уже четвертый эластотип с высоким коэффициентом жесткости и цитологический папиллярный рак. Полуколичественная методика, анализ изменений, это рассчитывается коэффициент деформации, который характеризуется выявлением, соотношением к окружающей ткани. Чаще всего это неизмененная ткань щитовидной железы. Если нет возможности, то рядом расположена кивательная мышца. И граница осечки, как у нас применяется, мы выявили 3 единицы, но по данным той же Европейской ассоциации, чувствительность и специфичность, вы видите, методики, была от 2,5 до 3,7 единиц. И вот приводится ряд авторов, которые, в принципе, применяли эту эластографию, которые достаточно, мы видим, высокую и диагностическую и чувствительность, и специфичность методики оказалась. И в рекомендациях в этих же пороговых значениях вот колеблется от 2,5 до 4 единиц. В нашем институте в центре был проведен диагностический бальный показатель злокачественной узлов в щитовидной железе именно с критерием отбора по эластографии, и они показали тоже достаточно высокую диагностическую точность 97,4% именно в случаях папиллярного рака, и повышала специфичность стандартного выполненного ультразвукового исследования, мы видим, до 93,7%. Эластография сдвиговой волны тоже с качественным анализом, тоже визуализация. Как правило, в других, в этих аппаратах она немножко меняется, и цвет жесткости становится красным. И мы видим, что коллоидный узел характеризуется именно синим окрашиванием. Это второй эластотип, а папиллярный рак именно красное окрашивание. Это четвертый эластотип. И также существует количественный анализ, именно можно в серой шкале в метрах в секунду вычислить изменения в этих узлах, либо в килопаскалях. Вариабельные, конечно, единицы от 2,4 до 4,7 метров в секунду, и при двухмерной эластографии с двухвиговой волны колеблется от где-то 37,9 до 48,5 килопаскалей по данным авторов, что вот и приведено на этой таблице, но мы основываем на критериях наших соотечественных Митькова и Иванишиной, которые будут колеблются от 45 до 60 килопаскалей, которые достаточно высокую специфичность и чувствительность показали этой методике в случае с папиллярным раком. Возможность сонной эластографии сдвиговой волны при аутоиммунном тиреидите. Вот статья, которая приведена, что говорит, что именно аутоиммунный тиреидит, конечно, при его достаточно жесткости повышения ткани щитовидной железы достаточно затруднен. Мы тоже вот пример возможности, которые при компрессионной эластографии мы видим два примера. В B-режиме небольшой узел, но уже мы видим, что он с участками мы видим неоднородности в структуре. Небольшой узел 7 мм. По периферии мы видим участки кровоснабжения. Несколько завышенные
при комиссионной эластографии окрашивается. И второе узловое образование уже с признаками ПТРАЦ-5, потому что есть, конечно, и кальцинат, и неоднородность узла с достаточно высокой кровоснабжением, и тоже не эластичен. В обоих случаях подтвержденный папиллярный рак. Еще возможность сонной эластографии тоже обсуждается, выявление узлов менее 10 мм. И вот два примера. Мы видим в Б-режиме тоже сниженной эхогенности небольшой узел с повышенным асимметричным кровотоком. И при сонной эластографии мы видим, что это и как качественный, так и полуколичественный анализ позволяет нам направить этот узел на тонкоигольную биопсию. И также тоже вот второй пример, такие же характеристики. В обоих случаях папиллярный рак. Ограничений методики сонной эластографии достаточно много. Это узловые образования более 3 см. Это наличие в узлах кальцинатов или кальцинированной капсулы. Очень сложно интерпретация в больших значительных размерах узлов с кистозной структурой, особенно если есть геморрагическое содержимое. Естественно, глубоко расположенных узлах, когда нижний полюс находится за грудиной. В узлах перешейка, потому что рядом расположены трахея, тоже компрессия достаточно затруднительно. Узлы, которые располагаются рядом с сонной артерией, потому что тоже идет несколько повышенная компрессионная именно компрессия на этот узел. И мы все знаем, что не все раки имеют высокую жесткость, и медулярные раки или фолликулярные раки тоже могут быть мягкими. Вот несколько примеров пограничного эластотипа. Это фолликулярные раки. Мы видим, что есть, конечно, участки жесткости в этом узловом образовании, хотя он значительных размеров, но с низким коэффициентом жесткости. И еще один тоже пример уже при эластографии сдвиговой волны. Тоже мы видим, что есть участки жесткости, но при количественной оценке этот рак дает мягкие характеристики. Но в Б-режиме мы видим, что эти узлы имеют нечеткость, неровность контуром, и мы, конечно, провели тонкоигольную биопсию, и подтвердился диагноз фолликулярной опухоли. Дальше был пациент прооперирован и подтвержден фолликулярный рак. Еще один пример, это уже медулярный рак. Тоже мы видим, что есть участки в этих узлах жесткие, достаточно высокий мы видим коэффициент жесткости. Здесь нет, наоборот, только мягкие участки и низкий пороговый индекс. Но в любых случаях мы видим, что этот узел в Б-режиме также имеет характеристики злокачественных подозрений. И мы, конечно, их пропунктировали и тоже получили медулярный рак. Кистозные узлы, как я уже говорила, достаточно затруднительно выполнение эластографии, если они значительных размеров. Но стараемся выполнять солидного компонента. И чаще всего, конечно, из подтверждения уже цитологических параметров эти узлы оказываются коллоидными узлами. Кальцинаты в узлах мы видим вот на этих примерах достаточно затруднительно. Мы видим, что, конечно, есть зоны жесткости, но мы знаем, что все узлы, в котором есть кальцинирование, должны направляться на тонкоигольную биопсию, потому что есть параметры, это именно признак подозрения на злокачественность процесса. В этом случае папиллярный рак, в этом случае коллоидный узел. И, конечно, лимфатические узлы тоже могут использоваться сонной эластографией, как компрессионной, так и эластографией сдвиговой волны. Также определены паттерны эластографических изображений. В 2007 году Мадоков и Кунаван мы видим. Определены и полуколичественные характеристики. В нашем центре мы придерживаемся коэффициента 2. И при сдвиговой волне тоже мы видим ряд авторов, тоже применяли эту методику. И среднее значение 20-30 килопаскалей или 3,5 метра в секунду. И устранение где-то около 2. И мы видим пример поражения лимфатического узла при
папиллярном раке мы видим уже маленький узел с неоднородной структурой, с участками кистовидной пристройки, с точечным склерозом в виде микрокальцинатов, с повышением васкуляризации, и эластичность тоже повышена. Это метастатическое поражение при раке щитовидной железы, папиллярный рак. И нужно выполнять или нет сонную эластографию. Это очень дискутабельный момент. Преимущественно ее это наличие рекомендаций. Она неинвазивно безопасна, не требует контрастирования, не затратна по времени. Но, конечно, есть недостатки. Это операторозависимая методика. Требует навыка воспроизведения, ограничена при медулярных фолликулярных раках и глубоком расположении. Но если у нас существует такая методика, конечно, мы ее должны применять. И если она нам поможет в выявлении злокачественности, подозрения на злокачественность узлов на этапах 10 мм или даже до 10 мм, то есть на стадиях 1-2, мы, конечно, должны до метастатического процесса мы применять и должны выявлять эти раки. И в заключение хотелось бы сказать то, что я как бы проговорила, что может быть использован при дифференциальной диагностике доброкачественных злокачественных узлов при умышлении направлении на тонкую игольную биопсию, и может сочетаться с ней, то есть мы можем выявить именно участки жесткости и провести там именно таргет на этот тонкоигольную биопсию в этот узел, и, конечно, при подозрении на метастатический процесс в лимфатических узлах. Спасибо за внимание.